Зачем мы сюда лезем? У нас важное дело. Нам нельзя сюда, Драк. Кто хочет полетать? Я, как супергерой! Ты круче, ты вампир! Он наполовину человек! Может, малыш не должен летать? Тихо, вот как это работает. Их бросают, и они летят. Меня так учили. Я уже хочу летать! Мой мышонок, помни, если что, дедуля рядом. О, не могу на это смотреть. Может, не надо? На старт, внимание, пошел! Он все еще не летает. Летит. Пока нет. Он сможет. Башня слишком высокая. Вот и хорошо. Ты должен поймать его! Драк! Я тоже орал в первый раз. Он сейчас разобьется! Кажется, он таки не сможет летать.